Традиционное поздравление женщинам-водителям накануне 8 марта организовали работники ГАИ. К поздравлениям присоединились руководители сельхозпредприятия «Органикленд». Для многих женщин-водителей букет цветов и теплое поздравление от работников госавтоинспекции стали приятным сюрпризом. Здравствуйте, старший госавтоинспектор майор Милитинкевич. Традиционно госавтоинспекция поздравляет женщин с наступающим праздником 8 марта. Желает вам крепкого здоровья, надежного тыла, удачи на дорогах и зеленого вам цвета. Позвольте вас поздравить с этим прекрасным праздником. Всего вам доброго. Старший госавтоинспектор майор Лисенкевич. Позвольте вас поздравить с наступающим прекрасным днем 8 марта. Пожелать вам крепкого здоровья, удачи на дорогах и зеленого света. От «Органикленд» от госавтоинспекции вам такой букетик. Всего вам самого доброго. Хотим поздравить вас с наступающим праздником, пожелать вам здоровья, всего самого хорошего. Спасибо. Вот это «Органикленд», пожалуйста, с наступающим. Спасибо огромное, спасибо. Ну и как утро начинается? Ой, очень приятно. Сначала неожиданно, а теперь приятно. Вы испугались? Очень. Ну, немножко, да. Позвольте вас поздравить с наступающим праздником 8 марта, пожелать вам крепкого здоровья, удачи на дорогах и зеленого цвета. Все доброго. И часто получаете такие подношения? От мужа только? От работников ГАИ первый раз?